Итак, ну что ж, ареару, мои маленькие любители квадратной шаурмы и великолепного прохождения. Микрофона, как всегда, ваш покорный слуга Мамору, и я рад приветствовать вас на прохождении такого увлекательного сборочного пака, как Minecraft Mars. И как вы уже могли понять, как я люблю это говорить и как постоянно это говорю, за кадром произошли гигантские изменения, которые я должен вам показать. Для начала надеваем кислородный танк и выходим за пределы базы, ведь все изменения коснулись именно вот всех пределов базы. Как я говорил, я вот здесь вот уже видно первое изменение. Я тут пытался сделать, как-то реализовать все пространство для запуска нашей будущей ракеты. Здесь у нас стоит обычная солнечная панель, которую я оттуда перенес. Уп, и все это подключено к электросети. Сюда, по идее, должна ставиться бочка. Бочка будет перекачивать всю нефть в рефинер. А рефинер уже в заправщик, который заправляет нашу ракету. Сейчас же наша ракета полностью заправлена, и мы полностью готовы с вами лететь в любой момент. Но всему свое время. Следующее, что здесь изменилось, это вот это вот наше место по добыче нефти. У нас нефти слишком большое количество. Здесь у нас полностью 256 ведер. Я думаю, это хватит на все наше прохождение. Как показывает практика, всего одного ведра хватает, чтобы взлететь. А значит, вот этих ведер хватит на века. Если мы попробуем его найти в мануале инженера, то вот он у нас обычный. Строится он из обычных железных металлов. В общем, это очень легкая к постройке вещь. И по факту она в себе хранит те же самые ведра, что и вот это вот. Я хотел ее еще в прошлой части построить, но руки дошли только между сериями. Как мне кажется, я ее больше построил для эстетичности и для красоты, нежели какое-то практическое для нее есть применение. Главное, что она здесь стоит у нас, хранит у себя здесь нефть, и все замечательно. Как я и говорил, у меня были очень большие проблемы по производительности из-за большого количества ветряков. И я пытался как-то эту проблему с производительностью решить. Решил я прибегнуть к кардинальным способам, а именно постройке вот такой вот гигантской системы по добыче электроэнергии с помощью биодизельного генератора. И строится у нас тоже до жути легко, все ресурсы, которые здесь необходимы, они уже давно у нас крафтились, создавались, даже при создании той вот помпы. Так что никаких проблем с созданием этого генератора у нас нету вообще никаких. Были проблемы именно со снабжением генератора необходимым топливом, ведь он жрет это топливо просто в каких-то конских масштабах. Я очень сильно намучился с закадром, чтобы все это нормально запиталось и чтобы все это нормально работало. Чтобы вырабатывать вообще биодизель, нам нужна вот такая вот рефинери, которая создается тоже несложным образом. Здесь у нас в книжке все это расположено. Я уже показывал, как примерно нужно строить из мода Immersive Engineering, и я думаю, ничего сложного не произошло, если все это я за кадром здесь построил. Эта установка в себе совмещает Plant Oil плюс этанол. Таким образом, что вырабатывает у нас биодизель в этой установке. А этанол и Plant Oil у нас вырабатывается в этих двух машинках, как ферментейзер и вот этот вот у нас квизер. И это все бы не работало, если бы не мод Flux Point. Я мог бы, конечно, все это проводить проводами без проблем. Но я решил то, что беспроводная передача энергии будет здесь работать как нельзя лучше. Flux Point — это у нас получается приемчик обычной энергии. А Flux Plug — это получается передатчик этой энергии. Таким образом, у нас генератор вырабатывает электроэнергию, поступает у нас энергия в буферный сундук с помощью плага. Из буферного сундука она используется на вот эти вот все необходимые машины и поступает также нам на базу с помощью того же самого вот этого вот энергетического куба. Таким образом, вся эта система снабжается электроэнергией. Осталось лишь для работы снабдить это все необходимыми ресурсами. Я решил снабжать это все безобразие гарден-клоушами. Как ни странно, потому что масло вырабатывается из семян, в данном случае индустриальной конопли. А все то, что нам не нужно, все то, что вырабатывается сверх, уходит в мусорку. Таким образом, все семена попадают сюда. Таким образом, весь тростник, который вырабатывается здесь, попадает сюда. То есть в ферментейзер, который в свою очередь вырабатывает этанол. Но, как показывает практика, вот это все, что я сделал, это лучший вариант компоновки всех необходимых нам ресурсов. Ведь если я буду больше строить вот таких вот машин по выращиванию продуктов, то больше будет требоваться электроэнергии. И на самом деле, вот даже вот такого вот метода компоновки тех приборов здесь требует гигантского количества электроэнергии, который еле-еле хватает на выработки нашего генератора. Но главное, что сейчас это все работает, главное, что сейчас производительность гораздо улучшилась, и главное, что сейчас хотя бы мы можем таким образом здесь существовать. И это все, конечно же, не работало без вот такой вот маленькой простой редстоун схемы. Если бы не эта схема, то у нас просто бы не хватало мощностей по производству. Ведь вот этот вот генератор съедает биодизель просто в каких-то конских масштабах. Схема здесь, которая позволяет включаться нашему генератору, очень до безумия проста. Есть таймер, есть state cell и есть ячейка, получается, инверции. Раз в 40 секунд у нас дается импульс для нашей state cell.
И она работает 10 секунд. Значит, генератор работает 10 секунд. То есть каждые 40 секунд у нас на 10 секунд включается генератор. Этого вполне хватает, чтобы лишить наш буфер немножечко электроэнергии. А только когда наш генератор начнет работать заново, восполнит всю необходимую ушедшую электроэнергию. Очень возможно, я все это сумбурно рассказываю, но это все было необходимо рассказать, ведь на это было потрачено колоссальное количество усилий, хотя бы в попытках вырастить все эти необходимые семена. На самом деле, вот эта вот даже ячейка была бы не нужна, и не нужна была вот это вот буферное хранилище, если бы мы могли выращивать здесь нормальные плантации, а не вот таким вот способом в этих теплицах. Но, увы, мы находимся на Марсе и пытаемся выжить хотя бы вот таким вот образом. Возможно, я перенесу вот этот генератор на Землю или туда, где есть кислород, и тогда будет гораздо лучше. Но поживем, увидим. Вообще для меня очень странно, как этот генератор здесь может работать, ведь для работы и сжигания биотоплива нужен кислород, которого здесь нет. Но ладно. Я думаю, то, что пора. У нас, в принципе, должно быть все уже готово для того, чтобы отправляться на Землю. Давайте в последний раз все проверим. У нас есть инструменты, есть портал, энергия для портала, и по идее это все, что нам необходимо. Забыл я также сказать то, что за кадром я скрафтил себе парашют из этой модификации. Он, в принципе, создается очень легко, так что вообще не пережевываем по этому поводу. Он нам именно необходим будет при попытке приземлиться на нашу родную Землю. Садимся в ракету и нажимаем Space. Обратный отсчет. 3, 2, 1, пуск. Эндермену даже досталось. Ой, какой Марс маленький. Все, Марса не видно, ракета у нас летит. Ну все, мы влетаем, получается, за Марс. И нас встречает здесь карта всего. Да, у нас здесь есть Венера, наш родной мир, Луна, Марс, откуда мы прилетели, и пояс астероидов. И не стал я устанавливать модификацию на большее количество планет из Galactic Planets, ведь у меня есть немножко на это другие планы. Мы хотим приземлиться на Землю, поэтому летим на Землю. Тут нам пишут, что мы могли создать какую-то космическую станцию, этого мы делать не будем, ведь по факту это очень сильно бесполезно. Тыкаем лаунч, и мы летим на парашюте. Уже нас встречают какие-то неизвестные острова, которые очень сильно нам нужны были здесь. А вон и парашют с нашей ракетой, получается, внизу летит. Мы приземляемся на остров, серьезно. И здесь острова. О-о-о, не знаю, как вы, ребят, а я испытываю дикий экстаз. Всего один прыжок. Всего один прыжок. То есть я не на три блока вверх подлетаю. Так непривычно с этой гравитацией. Так, парашют. Здесь вот мы забираем посадочную платформу и саму ракету. Так, сам парашют я ломать здесь не буду. Как же все-таки непривычно здесь не иметь возможности летать. Впоследствии, я думаю, на этом острове я образую некий хаб. То есть я буду из Марса прилетать именно сюда, а из этого острова, получается, я буду путешествовать по различным другим планетам и измерениям. Но до хаба нам еще очень-очень далеко. Так, надо построить здесь какой-нибудь телепорт. Давайте, не знаю, где его построить по факту. Он отсюда переедет по-любому. Так что не пережевываем за эту тему. Коннектим его с загазником. И все, портал на Марс у нас открыт здесь. Никогда не думал, то, что скажу такое словосочетание. Ну ладно, проходим через портал. И все, мы обратно на Марсе. Очень классно, очень прикольно. Мне очень это сильно нравится. Пока я здесь, обратно ракету я себе размещаю. Она, по идее, у нас должна снова заполняться. На тот случай, если мы задумаем куда-нибудь еще лететь. И сейчас я делаю себе последние подготовительные элементы, необходимые в дальнейшем нам. А именно, я хочу себе скрафтить здесь джетпак, ведь без него, я думаю, у нас мало что получится. А лучше сразу армированный джетпак. Очень компактно, но зато у нас все это безобразие запиталось. Электрический сепаратор у нас благодаря нашей помпе производит оксиген и гидроген. И благодаря как раз гидрогену у нас все это будет безобразие летать. Между прочим, об этом я говорил о кислороде в одной из предыдущих серий. И этот, к сожалению, кислород не работает с Марсом, и мы не можем его использовать в качестве заправки для тех вот. А между прочим, было бы гораздо реалистичнее. Сейчас получается, вот этот у нас джетпак заправляется, и мы отправляемся обратно на Землю. А также я не забываю скрафтить фрираннерс, те самые ботиночки, которые позволят мне не получать дамага при полете. Я, конечно, не до конца зарядил этот бэкпак, но я думаю, и этого хватит. Снова на Землю. Для начала я хочу создать небольшую конструкцию. Кварц, Глоустоун и обсидиан, правый клип налазом, и получаем мы здесь Soul Shard. Это необходимая вещь для создания спавнеров, ведь я собираюсь это сделать, это модификация, и ей мы сейчас будем заниматься. Ну, насколько меня хватит, конечно же. Наверное, основное, зачем я хотел попасть в этот мир, что мы не можем там получить, это черепа голов скелетов, которые получить мы можем только в аду. Ой. Привет. А ты что такой жесткий-то? Дядь. Ничего себе.
А с тебя что падает? Шарды какие-то? Это так называемый мод Divine RPG, или как я буду его называть в дальнейшем, диван? Призраки, что? Как много интересного нас ждет в этом изучении. Ой, привет, паучки. Насколько я помню, вот эта вот руда очень полезная для нас будет. Blood Gem. Ведь с помощью нее я смогу крафтить что-то очень необходимое, без чего пройти дальше нельзя. Я не помню, что именно. Зато я знаю то, что из нее можно делать меч с бесконечным количеством использований. О-хо, адский песик. Забавно. На самом деле, очень жесткие какие-то с ними сражения происходят. И если бы, я думаю, не моя броня, то мне бы настало давно-давно пить. Опа. Привет, телепузик. Пурплейс какой-то, что это такое? Из эссенции телепузика у нас крафтится какой-то милсторм. Это очень прикольная вещичка, если верить тому, что на ней написано. Ой, еще какая-то руда. Незер ор. Вот она, по-моему, и нужна мне была. Да, из нее крафтятся вот эти вот тянки, которые нужны для создания хеллстоуна. Все, мы разобрались с вами. Наконец-то нашли эту руду. Теперь ее нужно найти в большее количество, чем есть она у меня сейчас. А, по-моему, я здесь нашел крепость. Ура, ура, ура. Наконец-то я хотя бы одного скелета нашел. Я думаю, я так долго буду бегать. И это всего одна душа. Да уж. А на первый уровень нам сколько нужно? 64. Нет, это не вариант, мне кажется. Только я хотел убежать домой, как они начали здесь спавниться в огромных количествах. Ну ладно, в любом случае, я сейчас буду отправляться домой, немножечко видоизменять свои планы. Насколько я знаю, мод Ender.io нам также позволяет создавать спавнеры с помощью вот этих вот Soul VR-ов. Но для начала эти Soul VR нужно создать, для них нужен песок душ, который я не накопал, да? Дальше мне, по идее, помимо этих Soul VR-ов, мне понадобится вот этот вот Soul Binder. Для его крафта нужно по факту только вот эти вот зомби-головы, самое вот это вот проблематичное, но, к счастью, они у меня уже все есть. Пока я жил на Марсе, у меня их скопилось излишком. Как ни странно, для Soul Binder'а нужно вот эта вот самая сложная, наверное, часть, Soul Machine Chasing, которая получается из Simple и плюс какая-то еще эссенция. Ну, Simple это понятно, вообще без проблем создается. А вот эта эссенция, это что-то какая-то кварцевая пыль, органический краситель, что ли. Ну, Soul Powder это понятно, это легко кварцится. Кварцевый Powder тоже крафтится легко. Органический краситель. Это слизь плюс... Что это такое? Какао-бобы? Что за приколы? Зачем они вообще мне нужны? Я так понимаю, мне сейчас надо будет идти в мир и искать бобы, но это, по-моему, бред какой-то. Хотя у меня есть другой вариант. У меня есть вариант скрафтить из эссенции, вот это вот, Natura Essence, который создается по факту из этих четырех элементов, и из этого всего у меня нету, по-моему, только либо кактуса, либо тыквы. Но семена тыквы у меня есть, а вот семена кактуса у меня нету. Сейчас будем пытаться это все вырастить. 4 тыквы у меня есть. И осталось мне, получается, отправиться в обычный мир и искать там уже кактус. Не ожидал я, конечно, что мне придется подобной фигней страдать, но ладно. Все это ради науки. Опа, пиратский корабль, что? Кит, привет. Я бы хотел тебя убить, посмотреть, что с тебя падает. Ты же не против, надеюсь, будешь? А ты с одного удара лег, что? Хоть слабый кит, я думал, ты помощнее будешь. Типа плавник кита, да? Кстати, вот, неплохая вещь. То есть какой-то якорь, который стреляет бесконечными пулями с 5 дамага. Бесконечное использование и бесконечные пули. Очень прикольная вещь. Только для него нужны какие-то частички, которые падают с крабов. Теперь чисто гипотетически, если мы найдем с вами крабов, то мы сможем скрафтить себе бесконечное и очень классное, по идее, оружие дальнего боя. Очень интригующе. Давайте искать крабов из дивана. А вон и кактусы. А вон и крабы. Сейчас мне еще, наверное, придется немножечко поохотиться на крабов еще к тому же. Опа. Привет. На абордаж. Спасибо за лут и стрелы. Приятненько. В сундуках одна фигня. Мне вот эта пиратская шапка понравилась. Я могу ее на себя надеть. Буду теперь с пиратской шапкой бегать. Но в остальном только куча кровати и ничего такого путного и интересного. Ладно. Бежим исследовать дальше. Где крабы, которых я видел? Стой, не помирай. Я не знаю, кто ты. Я не знаю, зачем ты здесь. Но не помирай, пожалуйста. Ты торговец. Из тебя ничего не падает. Допустим. Ой, РСТ. А ты-то кто такой? Для меня, я сейчас думаю, будут в приоритете вот такие вот крабики из дивана, чтобы повыбивать с них эссенцию. Они достаточно жесткие, кстати, между прочим. А вот, между прочим, с них тоже можно скрафтить вот этот якорь. Такой же, как и с китом. Только мне нужна сама эссенция. Дайте, пожалуйста, ее, если вы не против. Я не думал, что найду тебя, жопотер. У тебя только падает куча песчаника. По-моему, даже больше, чем в прошлых версиях.
Ну, просто с тобой была легендарная встреча. Я думаю, то, что мне сейчас нужно будет в приоритете отправляться домой. Ведь таким образом я смогу сэкономить время, ведь пока у меня там будут копиться различные эссенции, я смогу тут бегать и кого-то пытаться расстрелить и убивать. Вот как всегда, собираешься только домой и по пути встречаешь... офигенных крабов. Семя первого тира я скрафтил, пока я ее сюда просто закидываю. Оно должно у нас здесь расти, и получается, оно должно сюда вот у нас попадать. Пусть пока что сама эссенция здесь у нас копится, а потом я уже придумаю, как ее и где использовать. Вот она, Natura Essence. И вот мне, получается, нужны какао-бобы отсюда. Появилось у меня немного эссенции. Я могу себе скрафтить какао-бобы. По идее, мне нужна только слизь и дробленый уголь. Все это сюда помещаем, и у нас... идет процесс органической черной жижи. Наконец у нас появилась вот эта вот Dye Blend, чтобы это не было. С помощью которой на Alloy Smelter мы можем смещать символ машины и получить вот этот продвинутый машин кейзинг. Но, насколько я знаю, Alloy Smelter тоже можно проапгрейдить. И именно вот с помощью вот этой вот машин кейзинг. А давайте это сделаем. Что нам мешает это сделать? Я, молясь, перепутал. Нам получается не такая же рамка нужна. Нам нужна немножко другая. А это получается немножко другой пыли, которая получается по факту так же, только немножко другими рецептами. Сейчас в этом, по идее, можно все переделать и также создать. Толбиндер мы уже получили. Осталось лишь дождаться, когда у нас тут органика всякая появится. Мы сможем сделать вот такую вот механическую рамку. Так, Солбиндер мы поставили. Он здесь как бы нужен, ну и как бы и не нужен. Пускай стоит. Так, капаситор тебе нужен. Капаситор тебе будет, но попозже. Наконец-то я скрафтил этот улучшенный смелтер. Для него тоже нужен капаситор какой-то. Капаситор — это вот эти вот элементы, получается, хранение энергии в Ender.io. По-хорошему их нужно в Автокрафт вообще пускать, на самом деле. Ну ладно, пока без этого обойдемся. Главное, что у нас все эти системы сейчас могут работать, хранить себе электроэнергию и производить различные ресурсы гораздо-гораздо быстрее, чем мы это делали бы до этого руками. Также можно будет проапгрейдить Сагмил и тоже производить ресурсы гораздо быстрее. По идее, мы скрафтили Soul Wall. Вот эту вот ячейку для мобов. И в следующей серии, я думаю, мы с вами уже полноценно займемся изготовлением спавнеров для скелетов и сушителей. И наконец-то мы себе заполучим те самые долгожданные звезды Незера. И все у нас обязательно с вами получится. Ну, а на этом пока что все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. Еще услышимся. Ну а дальше только интереснее.